Смешной анекдот номер 10. Значит, султан, ну и начальник гарема, ну и кто он там, какие там начальник гарема, это который с обрезанными, с капитальным обрезанием, как его. Евнух, во, Евнух. Значит, ну, шах говорит Евнуху, значит, веди ко мне Зухру. Ну, значит, чайник Рема, как он? Евнух. Вот. Он, значит, все по коридорам, налево, направо, снова по коридору, налево, направо, зашел в гарем, все, значит, привел к нему Зухру, снова, все обратно, да, там, налево, направо, по коридору, привел Зухру. Ну, все, значит, шах с ней наигрался и обратно, значит, Евнуху, в общем, по коридору, налево, направо, по коридору, налево, направо, ну, гарем. Обратно потом. Ну, вот, и проходит полчаса, ну, тут все, значит, покушал, покушал еще вина. А, и шах такой говорит Евнуху: ну, веди ко мне, значит, говорю, читай. Ну, значит, Евнух, ну, прямо по коридору, направо, налево, по коридору, прямо в гарем зашел, все. Взял, говорю, читай обратно. Направо, налево, по коридору, там, прямо, или направо, налево, снова по коридору. Ну, привел, значит. Говорю, читай. Ну, значит, шах позабавился с ней, сделал свое дело. Ну, в общем, обратно. И, ну, я ему, значит, по коридору, направо, налево, по коридору, направо, горем, все, да, отвел. Потом вернулся налево, направо по коридору, прямо налево, направо по коридору. Вернулся. А проходит еще, ну, полчаса, даже, может, поменьше. Шах, ну, а шахта, он понимает, ну, то есть ему не впервой, да, то есть развлекаться с своими, так сказать, женами. Ну и он говорит, знаешь, что, Евнуху, а веди-ка ко мне Фатиму. Есть у меня с ней разговор. Ну и, значит, Евнух, что, слушай, владыка, все. Ну, направо, налево, по коридору, направо, налево, по коридору, зашел в гарем, значит, взял Фатиму обратно, ну, направо, налево, по коридору, прямо направо, налево. Привел Фатиму, и шах с ней, так сказать, как следует, разобрался. А, вот, и, ну, и отправил, ну, все, значит, Евнух направо, налево, по коридору, прямо направо, налево. Проходит 15 минут, и шах такой, ну, подал мне, в азарт пошел, значит, качу. А веди-ка ко мне Жасмин, понял? Ну, это да, везде Жасмин, ну и уж. Владыка, владыка, я так устал, владыка. Ой, дай передохнуть, владыка. Шах такой говорит, вот видишь, не от дела устаешь, а от бесполезной беготни по коридорам. В общем, да. Ну, собственно, тут даже, ну, в тему потом.